немножко о геопатогенных зонах. Техногенная зона, как она себя проявляет? Вот сейчас мы гуляем с вами по парку. Слышите такой низкий шум, гудение? Это работает стекольный завод. И вот этот шум не просто нарушает, будем говорить, тишину или вот звуковую, можно сказать, экологию, звуковую гармонию в природе. О! А он воздействует и на все окружающее. Воздействие незаметно, но тем не менее вполне ощутимое. И потом человек начинает как-то уставать, что-то ему здесь не нравится. Одним словом, становится не по себе. А это все вот этот шум. Это его влияние. О! Как гудит. Вот смотрите. Второе интересное место. Энергия так из земли выходит, что даже вот здесь и не дало дереву расти, а потянуло его по спирали, закручивается, энергетический поток идет, и дерево идет винтом. Вот это, можно сказать, локальная какая-то геопатогенная зона. Вот если она в доме, и вы здесь поставили стула, рабочее там место или кровать у вас, то она потихоньку вот так вот вам там загнет все ваши органы, вызовет неполадок в организме. Обратите внимание, вот еще место энергетического выхода, на котором растет дерево. Энергия настолько мощная, что вот эти вот стволы она сплела в такую своеобразную косичку. То есть она как идет вот винтом, можно сказать, по спирали. Вот эту вот спираль, невидимую в воздухе, в пространстве, если здесь что-то растет, вот как это дерево, оно ее сплетает вот такую косичку. А вокруг деревья, ну вот растут поодиночке, прямые, вот то согнуто. Согнуло его тоже не зря. Что-то там такое есть. Вот видите, два дерева, они ж не сплелись, потому что нету этого влияния, идущего от земли. И они растут рядышком, растут. Вот такие вот интересные можно сделать выводы, наблюдая за матушкой природой, что как растет. Естественно, на этом месте нежелательно строить дом, а тем более располагать кровать, ставить стол. То есть пребывать в этом месте долгое время крайне нежелательно.